А вам не хватает уверенности в себе? Тогда представьте себя уверенным. Представьте мысленно, что во всех ситуациях вы действуете легко, непринужденно, уверенно и всегда добиваетесь успеха. Почувствуйте эту уверенность так, как будто это реальная действительность. Один из важных моментов – необходимо подключить чувства к визуализации. Представьте, как ваши друзья поздравляют вас, делают вам комплименты, а вы радостны, счастливы и уверены в себе. Если вам надо сдать экзамен, представьте себя уже успешно сдавшим его, танцующего и счастливого, с зачеткой в руках. Например, когда мне надо было сдать экзамен и получить водительские права в Америке, я с большим успехом применила творческую визуализацию и получила права. Еще до сдачи экзамена я представляла момент вручения водительских прав, как я с радостью получаю их и рассматриваю свою фотографию. И все прошло очень успешно. Вас не устраивает та жизнь, которую вы имеете сейчас? А вы уже определились с тем, что вы хотите? Главное – это сильное желание и, конечно, знать то, что вы действительно хотите. Позвольте себе помечтать, даже если на сегодняшний день ваша мечта кажется вам несбыточной и нереальной.